Первыми победителями турнира стали бразильцы. Латиноамериканцы дважды выигрывали золотые медали. Столько же титулов и у сборной Румынии. Свой последний трофей они завоевали летом 2018 года. По одному разу чемпионами первенства планеты становились Израиль, Иран, Казахстан и Россия. Сборная Воронежской области «Арт Кураж». На сегодня это все происходит в первый раз. Это происходит в первый раз, но такого еще не было. Давайте спросим.